Всем доброе утро. Девочки, сегодня вот какой будет обзор. Я вам уже говорила, что у меня очень много разных остаток, разных лент. И оказалось в большом количестве вот такая тонкая лента. 6 миллиметров. Это маленькая ленточка, тоненькая, вернее, ленточка. Но из нее нужно что-то сделать, нужно ее куда-то применить. И вот я решила сделать бантики. Значит, в конце видео я вам покажу эту петельку, из чего я делаю. Сейчас пока обзор. В общем, смотрите, в общей сложности где-то у меня вот этих петелок ушло 90 штук. Представляете? Ну, это смотря какой бантик. Можно делать немножко не такой пушистый, поменьше делать. Вот, я его, конечно, разбавила, его цветовую гамму, вот этой бледной салатности, разбавила желтизной. Сами листочки из атласной ленты у меня получились, ну, вернее, бантики получились такие вот яркие. Видите, яркие. А серединка, вот, из уже нарезанной давно цветочков соединила. Один цветочек у меня как бы бледненький, один чуть-чуть желтенький. И серединочка вот такая. И вот такой красавец получился. Мне кажется, бантик хороший, такой солнечный, как раз летнего направления бантик, да? Следующий бантик, вот такой красный. Здесь ничего нет сложного абсолютно. Вот, но размер, девочки, вот если у этого я вырезала отрезочки 10, то у этого у меня 8, а еще, который я вам покажу, там 9. Вот такой бантик, веселенький, хорошенький. Красный, да? И, наконец, вот такой школьный бантик, черный. Посмотрите, какой он. Он оригинальный, черный такой. Ну, на повседневную как раз носку в школу, самый раз. Посмотрите, какой он красивый. Здесь я серединку сделала. Видите, какую серединочку. Вот, добавила сюда такой блестящий бантик, капроновую ленточку. И, в общем, мне кажется, получился хороший-хороший бантик. Вот, для школы, мне кажется, изумительный. Вот, значит, ну что еще я вам хочу сказать? Конечно, девочки, канители много. Каждому этому отрезку нужно поклониться несколько раз. Сначала его отрезать, потом его соединить в круг, потом в этот круг ставить еще ленточку. Все это пройти зажигалочкой, а потом уже сам цветочек собирать. Собираю я цветочек, как обычно, мы на основу, на кусочек фетра. Вот, когда фетра нет, я обхожусь другом. Я вырезаю репсовую ленточку, кружочек, ее обязательно обхожу этой зажигалочкой и на нее делаю. Получается, бантик тоже мягкий, потому что если резинка, то бантик должен быть мягкий, девочки. И вот я вам в конце, как обещала, показываю. Вот смотрите. Видите? То есть сначала получается вот такой круг. Вот, ну не круг, а вот. У меня просто я с телефона, с камеры снимаю. Неудобно. Вот, первая часть одинарной ленточки, которую я просто закрепляю. А второй ряд я провздеваю в нее. Все, сложного ничего нету, смотрится хорошо. Вот, видите? Вот такие у нас как бы лепесточки на нашем цветочке. Вот и все. Вот такие бантики, мои хорошие. Смотрите. Вот он пушистенький, но когда он сядет на хвостик, будет очень хорошо смотреться. Он, во-первых, высокий. Атласная ленточка, она как бы блестит. Капрон тоже добавляет здесь какой-то свой определенный шарм. Ну, в общем, нормально. Все, девочки, до следующей встречи.